Какую трудовую выбрать, электронную или бумажную? Определиться с вариантом книжки нужно до конца этого года, а после закрепить свое решение, подав заявление работодателю. Почти 39 тысяч колымчан уже сделали свой выбор. Однако около половины работающих жителей Магаданской области решение не приняли. Многих волнует вопрос, что произойдет с бумажным вариантом, если выбрать электронный. Работодатель, сделав последнюю запись трудовой книжки, бумажную трудовую книжку передаст на руки работающему. Но это не значит, что больше трудовая книжка не нужна и хранить ее не надо. Эта трудовая книжка перейдет в статус документа личного хранения, так как, например, вы храните паспорт. При необходимости сведения электронной трудовой книжки в виде бумажной выписки можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, в многофункциональном центре или у последнего работодателя. На данный момент почти 34 тысячи колымчан предпочли оставить бумажную форму трудовой, а 5 тысяч перешли на электронный формат.